Автомобиль Hyundai Solaris за победу. Дагестанские грэпплеры стали лучшими на международном турнире Кубок Рамадана в Казани. Все победители получили солидные призы, а главный подарок – автомобиль Hyundai Solaris – достался тяжеловесу из Махачкалы Руслану Абдуллаеву. Дома чемпионов встречали наши корреспонденты. Эмоции зашкаливают. Только что лучший тяжеловес турнира Руслан Абдуллаев узнал, что домой им вернется на новеньком автомобиле. Участниками розыгрыша стали победители в каждой из весовых категорий. Все остальные чемпионы получили айфоны последней модели. Я провел 4 схватки. 3 из них закончил досрочно болевыми и 1 решением по баллам. Вращали барабан и вытаскивали капсулу. В этой капсуле было написано имя. И каждый вес. И последним, кто остался, тот и забрал машину. А все остальные получили айфоны. И вот я остался и получил машину. Первый международный турнир по грэпплингу «Рамадан Кап» проходил в Казани. Оспорить солидные призовые приехали порядка 200 мастеров борьбы в партере. Команда Дагестана была представлена сильнейшим составом, а среди главных болельщиков был министр спорта Сажид Сажидов. Он находился в столице Татарстана с рабочим визитом. Наша команда, наши ребята, которые там участвовали, принимали участие, очень, можно сказать, обрадовали. Были очень такие интересные, захватывающие схватки, тем более, в общем таком, хорошие были призы, и основной, самый главный приз был – это автомобиль. Поэтому наши ребята, можно сказать, из 8 возможных 6 золотых, завоевали 6 золотых медалей, естественно, в такой лотерейной форме и забрали, можно сказать, самый главный приз. Уровень организации турнира, высокая конкуренция и, конечно, розыгрыш солидных призовых. Все это еще не раз побудит наших грэпплеров к участию в турнире «Рамадан Кап». А учитывая то, что клуб Universal Fighters стал обладателем переходящего кубка, защита этого титула станет для команды обязательной. Хочется выразить большую благодарность организаторам турнира Федерации грэпплинга Республики Татарстан. Надеюсь, в дальнейшем такой турнир станет традицией ежегодной, и мы будем стабильно принимать там участие, иншаллах. Курбан Рагимов, Ислам Халиков, телеканал ННТ, Махачкала.